Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня буду приготовить бастурман для шашлыка. Вот. Берем одну среднюю лук. Режем. Режем вот такие дольки. Можете брать красный лук, но я люблю белый. Именно для бастурмы белое лучше. Куда-то бежит наш лук. Вот. Берем, значит, здесь у нас сухой базилик. Вот так сделаем, чтобы он мелкое, да, было. И сыпаем сверху лука. Вот. Берем молотый паприка, сладкий. И примерно класс по вкусу это сладкий. Вот. Вот сыпаем сверху базилик. Ну, примерно 2 чайные ложки. Вот. Соль. Достаточно. Вот. Да, еще можно добавить, значит, подсолнечное масло, чтобы чуть-чуть мягкий был. Хотя свинина, мясо, вы знаете, она быстренько приготавливается, шашлык вкусно и сочно получается. Попробуем еще добавить сюда еще черный молотый острый перец. Ну, примерно вот 3 грамма, чтобы остро сильно не было. Вот. Все мы это так начинаем массировать, как можно сказать, да, мясо. Я сегодня буду готовить, а завтра мы сделаем шашлык. Пойдем возле озера, и там будем делать шашлык. Пикник будет завтра. Завтра у нас среда, 25 числа октября. Вот и будем вспомнить этот день. Я резала такие кусочки. Думаю, нормально будет. На ночь я его оставляю в холодильник. Прямо вот так. Сейчас я лук вместе с мясом вот так, чтобы сок вышло. Вот. Ну, думаю, достаточно. Вот так я его готовила. Теперь ну, перчатки. Вот. Тоже готовы у нас для шашлык. Сейчас мы будем пробовать. Закроем. Вот. Закрываем и отправляем в холодильник. Ночью останется в холодильнике, ничего страшного, еще вкусно будет, так да? Вот. И завтра уже заберем с собой пикник. Вот у нас мы его закрыли. Вот мы отправляем в холодильник. Всю ночь останется там. Так, завтра будем уже готовить шашлык. Еще раз здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня вчера сделали, значит, бастурму, и вот сегодня пришли возле озера делать пикник. Смотри, как красиво.
Сальди. Сейчас сделаем костер, потом уже будем делать шашлык. У нас сегодня красиво закат. Там люди в лодках играют. Ну, то есть не играют, пардон. Там ловят рыбу. Вот. Но утки полно сегодня. У нас такое красиво. Вот у нас собачки пришли. Вот. Они пришли попить водички. Вот у нас костер почти получается у нас. Мы каждый раз приходим сюда. Шашлык сделаем, отдыхаем и красиво смотрим на закат. Видите, как красиво. Не знаю, настолько передается камера, но очень красиво. И утки полно. Не знаю, ближе сделаю. Видите, как красиво. Вот я вчера сделала, значит, бастурму. Вот сейчас буду, как уже костер огонь погаснет, и уже сделаю шашлык. Вот. Вчера я приготовила, на ночь в холодильнике оставляла. У нас сегодня убираем лук и начнем делать шашлык. Вот у нас мало балуется. И красивый костер. Здесь рядом дети пришли. Они там сидят, пиво пьют. Ну, не знают, что это вредно. Курить и это пить нельзя. Красиво, осень уже началась. Ну, закат. Очень красиво.
Вот у нас красивое чистое озеро вообще. Пока дождей нету, можно прийти, делать шашлык, дышать чистый воздух. Наверх поднимайся, сейчас упадешь вниз, нельзя. Какой красивый. Боярышник. Уже все собирали. Значит, пока готовится костер, огонь, я сейчас одену перчатки. Специально вот это положу сюда. Открою мясо. Возьму шампур. И буду делать шашлык. Теперь уже готово. Сделаем это.
Вот я уже сделала. Вот так она у нас выглядит. Вот так уже шашлык готовится. У нас погода чуть-чуть поменялась, пасмурно. Надеюсь, дождь не будет, успеем. Вот. Шашлык уже готов. Вот так я приготовил сегодняшний шашлык. Всем хорошего просмотра. До новой встречи.